теряет Пучков. Волохович, который только что отбегал. Хороший пас вообще. У нас Денис Кузовлев. Точеный. Будет или нет? Будет проходить. Тяжелейший проход. От кольца мяч пролетает. Быстрый баскетбол должен быть сегодня. Класс проход. Вот это супер. Просто стихия. Голландия сегодня. Быстрые, молниеносные атаки. Наникин в свой мяч. Опять до него доходит. И вот сейчас уже Максим завершает. Три фола у Пейсерс. Не успевают они за быстрыми игроками Коламбио. Тем временем Аникин уверенный средний. 4-8 счет. Волохович обыгрывает Кузнецова. Да. И выиграл. Спойлер вам такой. Аникин в угол. 3 очка. Трешку. И 3 очка от 11 номера. Мимо. Подбор за Денвером. Трудовой мяч. Что придумает Коламбия? Коламбия придумает хорошо. Вот к такому пасу Михаил Пучков был готов. Очередная потеря от Пейсерс. И Кузнецов. Ой, тяжело придумал. Пучков отработал, забил. И еще одна потеря. От Пейсерс надо что-то придумывать. Николай Соколов. Отличный Аникин. Скидывает на входящего Кузнецова. И спокойно. И блокшот. Блокшот получает Николай Соколов от Александра Кузнецова. Раутер с полом. Будет обыгрывать. Хорошо. На первом шаге. Уверенно. Ну, просто. Ну, не успевают игроки. Кучков сидит, отдыхает, а все остальные еще и защищают. Сваливается мяч в корзину. В первой четверти он уже совершал такой разворот в лицевую и завершал уверенно. Вот это неплохо, вот это называется командные действия. Заслон, разворот, вход. Коламбия уже бьет 3 очка. Кунди нападение. Попадает 3 очка. Волохович чем будет отвечать? Проходит. Еще и 2 очка. Прекрасный совет от Дмитрия Аникина. Бонусный штрафной. Кузнецов смотрит на Аникина. Скидывает ему. Аникин дальше на Климина. Климин возвращает. Прям точно в руки Волоховича. Волоховичника. А в итоге, выпрыгивая, уже понял, что его сейчас накроют. Попытался отдать пас, но не получилось. Хороший. Никин будет рибить. Далеко. Никитенков. Проходит. Пучков подбирает мяч. Кузнецов с мячом. Надо, мне кажется, немножко побольше на себя брать Александру. Перехватил. Но если Коламбия начнет попадать... Ой-ой-ой-ой. Тоски с видением. Мне кажется, это не выход. Но посмотрим, может быть, я окажусь неправ. Кузнецов! Я же говорю! Нет, ну... Мне кажется, это не выход. Но посмотрим, может быть, я окажусь неправ. Кузнецов! Я же говорю! Нет, ну ё-моё. Получается Александр на площадке, не знаю, как-то вот по манере игры Влахович тяжелейший мяч сбивает. Смотришь на игроков и видно, что у человека как-то есть, ну, какая-то вот эта вот школа, какие-то скиллы. Отлично. Со звуковым сопровождением и эквилибристикой. 3 очка от Аникина. Дмитрия залетает. Коламбия начнет попадать все свои трешки. Вот, а Индиана будет отвечать вот такими сложнейшими двухочковыми. Кузнецов. Ой, практически
Потеря. Еще одна потеря. Отрабатывает Ник в защите. И с фолом! Савос. И отнимет мяч. Аникин еще три. Ай-яй-яй. Хорошо летел, но в дальнюю дужку. Игроками Колумбии. 10 секунд до конца. Ник будет решать. Ой-ой-ой-ой-ой! Отлично, отлично. Ну, Индиана. Быстрая атака от Индианы. Это прям что-то удивительное. Наточенного. Точеный обратно на Кузнецов. Кузнецов. Почти. Ну. Скидка на усы. А там Точеный уперся всем своим весом. У-ху. Все равно забивает через него. Там и Пучков уходил. Был свободный в предыдущей атаке. Но почему-то не стал атаковать. Вот Кузнецов. Там Кузнецов. Три очка. Без подбора. Почему-то. Я записала вас. Там. Не вижу я почему-то. Я записала вас. Там. Не вижу я радости от происходящего на лице. Индиана Пейсерс. Минус 13 для них. Может быть минус 14. Да. И второй. Еще можно было бы на что-то надеяться. Но как они собираются отыграть 16? 19? Не знаю. Что вот сейчас они придумают? Ну, забил. При этом что-то Колумбия решила не защищаться. Точеный. Легко уходит. У-ху-ху! Две подряд. Индиане нужно выиграть плюс 20. Делаем ставки в комментариях, смогут или не смогут. И есть ощущение от Индианы. Аникин полетел. Скидывает на Точеного. Точеный говорит, дай три хочу. Ай-яй-яй-яй! Ну и вот опять. Ну попал. Молодец. Аникин пошел готовиться к Далласу, судя по всему. Кузнецов. Просто базар. В одной был 19, но все равно. Посмотрим, расслабится ли. Три очка. Уверенно. Движение. В итоге остается один Кузнецов. На Климина. Климина Точеного. Точеного. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой, ну красиво. Они там мимо. Волохович с мячом. Идет в обыгрыш и отлично. После этого попадания. Ну, в общем-то, я думаю, можно начинать подводить итоги просмотренного. 9 минут. Трехочковый мимо. Подбор для Индианы. Страшно. Посмотрел бы я на вас, если бы вы летели 16. Три очка. Там. Цуканов отрабатывает. Аникин сверхдальний будет. Бяу. Там от забора. Фолом забивает девятый номер, убирает Кузовлев. Пораньше бы. Аникин тем временем вторую подряд. Дмитрий. Ой, Цуканов. Далековат, конечно. Волохович, уверенный, средний. Волохович летит на всех парах спасать родину, теряет мяч. Аникин очередной перехват. Забивает Дмитрий. Не вяжется у меня это с командной игрой, скажем так, когда за счет
команды. Индиана начинает спешить. Так. Ну, наверное, можно отдать им должное, что они до конца играют. Не вижу. Начинать надо было примерно 40 минут назад. Кузнецов! Ой-ой-ой, еще и в защите. Александр, давай сверху, дай еще. Вообще хорошо было! Промахивается, подбирает на входящего. Опять мимо. Балахович борется, попадает. Таким образом.